Canon PowerShot G9. Замена объектива. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon PowerShot G9 разбор. Объектив подлежит замене чаще всего из-за механических повреждений, попадания влаги, появления царапин на передней линзе. Открываем крышку батарейного отсека. Отсоединяем коннекторы матрицы и объектива. Откручиваем фиксирующие винты. Пинцетом снимаем металлическую панель и отсоединяем шлейф вспышки. Затем откручиваем последний винт. Пальцами извлекаем вспышку и объектив. Новый объектив вставляем в корпус. Прикладываем вспышку. Защелкиваем шлейфы и винтом фиксируем объектив. Все, объектив заменен.